ставший доброй традицией и местом красивых побед, мемориал Юрия Крикухи прошел в Омске 9-й раз. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР состоялся в спорткомплексе «Красная звезда». На церемонии открытия память выдающегося спортсмена почтили многочисленные гости и участники соревнований. У нас сегодня есть детско-юношеская областная спортивная школа, где маленькие дети занимаются греко-римской борьбой, тот фундамент, который нужен будет. У нас есть кафедра в Сибгувке, где занимаются греко-римской борьбой. Есть титулованные спортсмены, которые представляют нашу Омскую область на всероссийских соревнованиях. Чисто русский вид, где вот у нас есть фотографии Поддубный, Ярыгин, Карелин и имена тех, которым, на которых хочется быть похожим. Поэтому в нашей стране, в России великой, есть люди, на которых хотелось бы быть похожим. Поэтому греко-римская борьба даже этим может привлекать. Ежегодный мемориал – это повод подвести итоги. И в этом году с особым удовольствием можно рассказать о прорыве мечей на российских и сибирских стартах. Фамилия Мищенко известна, пожалуй, всем в этом зале. А поединок Алексея – объект повышенного внимания. Особенно на турнире в домашних стенах, где он, разумеется, победил. К слову, летом Мищенко выиграл бронзу на чемпионате страны, открыв новую страницу высоких достижений. В этом году он сумел стать призером страны. Очень давно у нас этого не было, уже, наверное, года 4, если я не ошибаюсь. Поэтому так приятно, он такой задел в начале года нам дал. Победную эстафету подхватили и омские спортсмены помоложе. Медалистов сибирских и российских стартов можно было увидеть на домашнем ковре. По итогам турнира в нелегкой борьбе наши атлеты смогли выиграть 2 золота и 8 серебряных и бронзовых медалей. Улучшили свой результат и постоянные гости мемориала – сербы из клуба «Партизан». Сербы – это я уже даже тут шутил, что их надо, наверное, в состав нашего федерального округа включать. Они не только посещают наш турнир традиционно, причем привозят борцов очень сильных, даже призеров чемпионатов мира. Состав участников изобиловал мастерами спорта, призерами отечественных и международных состязаний. Некоторые приходятся друг другу принципиальными соперниками, а некоторые видятся впервые. Но градус борьбы на ковре не ослабевал ни на минуту, особенно острыми стали реванши. Мы первый год встречаемся, уже вот первый раз мы встречались, я года 2 назад я проигрывал, вот сейчас вот. Взял, как бы сказать, реванш взял. На следующий год Омский мемориал отметит юбилей. Организаторы пообещали, 10-й турнир не обойдется без сюрпризов, которые увидят не меньше 100 борцов и 1000 зрителей.